Скажи честно, ты за***. Я за***, блядь. Ну, отлично. Мягко сказано. Я, ладно, хуй. Я ехал, блядь. Но вот это... У меня еще резина. О, братуля, давай. Я просто охуенно прихожу, колонка. Вода мне хуя не работает, блядь. Так, так. Да? Потом баба проходит какая-то, говорит, а вот здесь вот кранчик покрути. Я охуенно. Смотри, не залей ничего. Ладно. Завел нас, Сусанин. Иван Сусанин, ну что, поляки что ли? Не было же забора, блядь. Я до последнего момента думаю, не мотоцикл ли это едет, так и смотрю, думаю. А сдалека вот эти вот два фонарика яркие, они кажутся, что один большой так. Магазины закрыты. Ради чего мы ездили? Как ваше самочувствие? Если честно, лучше, чем в тот раз. И последние два часа самочувствие не становится хуже. Это значит, что хуже уже некуда. Человек-муравей. А с чего ты решил, что я муравей? Может, мне жена изменила? Может быть. А кто здесь болен? Дитер болен. Дитер болен, я сказал, что я тебя... Ну что, а что поделать? Дитер болен, не пил. Ну что поделать? Вышел конферансье и объявил: Джон Хилл, Ринго Стар, Дитер болен, поэтому концерт отменяется. А я только слышу, мне сзади бибикают, я глядываюсь, ебаться, я резко сруливаю на обочину. Потом смотрю, ебать их там, пи***ц, я пи***ц. Вот скажи мне честно, ты на шипах ездишь, все, зимы уже нету. Но ты садист. Да он хил вообще был зачетный. Карася, блин, да. Горку было тяжко. Опа. Ребят, будьте аккуратны, пожалуйста. Все это не шутки. Конечно, здорово, что все могут быстро ездить, но смотрите внимательно, пожалуйста.